Мужики Красненского района Липецкой области, хотелось бы передать огромное спасибо группе участников группы «За наши сердца 48» и вообще всем за такую огромную гуманитарку. Привезли много того, что даже не ожидали. Тепловизоры, ночные прицелы и, соответственно, за продукты. Это все, и данный автомобиль, все это будет служить в зоне СВО, участвовать непосредственно. Поэтому огромное спасибо.